Вот мы приехали в музей Nissan. Здесь около 450 экземпляров. Вот она, Фукасука, вагон. Многие-то не знают, что вагон существовал. Поехали дальше. 2000 GT седан. Еще один седан, это J-комплектация. Вот он, самый настоящий КБКЦ-10 GTR. Вот фендер, смотрите. 2000 GTX. И вот она, настоящая Camry GTR на фендерах и доктейле. Вот это жиры. Это четыре самых забавных, наверное, машины в Nissan. Escargo, Figaro, Pau и B1. Здесь у нас продолжается поколение Nissan'ов, которые хотел бы в коллекцию, конечно. Это Skyline в кузове R30. На моторе FJ20. Вот он, 31 GTS. Вот она губа, которая выезжает автоматически. А, даже это GTSR. Охереть. Вот он, редкий Skyline, четырехдверная GTR-33. Да, вот они горизонты стоят. Очень дорогие. Особенно вот этот. Это GTR-M. Спек, нюрнбергинг. Вот они чисто гоночные моменты. 30 Skyline, это Bluebird, Silvia, March, GTR. Здесь вот такой вот Falcon стоит. И вы посмотрите здесь. Просто пипец. Значит, вот эта бабулечка нас позвала показать своего внука GTR. Здесь номера 34. Мы приехали на обслуживание сюда и посетили музей. Короче, вот до Макс, вот очень много представлено в этом гараже. Вот они. S14, S13. Еще БТУшки. Очень большое количество соколов. Вот даже пневмо есть. Ну, чтобы вы понимали, какое количество здесь различных стоек. В смысле, это пипец. Комплект пневмо. Вот они, господа, гоноревичи. 112 тысяч рублей. Вот эти вот пассажирчики. Кстати, подешевле. Еще какие-то вот гандоры тоже есть. Даже дороже, блин. Ну, пипец вообще, конечно. Были вон там в обгараже. А сейчас пришли дорогу, здесь вот обгараж продает машины. И вот только посмотрите. Это Креста сотая на механике, турбовая. Стоимость тачки. Вот, пожалуйста. 3 миллиона 190 тысяч йен. Это дурдом какой-то. Я вообще ничего не понимаю. Так, значит, мы приехали в Нагою и сейчас отправляемся в баню. Так, мы приехали в нашу любимую баню в Нагою. Вот там, вот наверху, где мы заходили, мы потом по браслету пойдем. За встречу, за GDM тур, все пройдет охеренно. Да, погнали. Начало. Настоящее начало. Заправляем наши басы. Короче, такая вот реклама идет, бензин заливается. А вот цены на заправки Ениус. 141 это обычная, 172 это Хайоку и 139 это дизель. Мы вернулись в баню, уже время 3:30. Короче, заселяемся в гостиницу.